Так, это шок-контент. Шок-контент переодевается в центре Праги. Шок-контент переодевается в центре Праги. Итак, мы сказали три раза название, и сейчас, собственно, сам шок-контент. Да, да, да. Название эпизода. Шок-контент. Мой друг переодевается в центре Праги. Блядь, потому что это была не самая лучшая идея. Хорошая идея. Зато интересно. Шок-контент переодевается в центре Праги. Хорошая идея, зато интересно. Ларис, закрывай с той стороны. Я с этой. Решил выбросить ремень. Шок-контент. Шок-контент. Вот центр Праги. Видите, по этому дому, он всегда в центре Праги. Ты с той стороны должен его закрыть, нет? Нет, ты с той, я же говорю, мы меняемся. Нет, я хочу здесь. Нет, ты идешь туда, давай. Посунься. Ну, можно меня не толкать? А можно про меня толкать? Становись ближе. Я тебя закрываю, давай. Ну, смотрите, что носят иностранцы в Праге. В карманах. Карман. Деньги. Деньги, чеки. Много денег. Ключ. Просто, в основном много от денег. Своей каморки. Мы как-то плохо делаем. Ух ты, вот это да. Вот это да. Омагад, омагад. Смотрите, на какой лавке он сидит, главное. Главное, чтобы не загребла милиция. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Ура! Ура! Вы сделали это? Вы? А он все это снимал? Я это сделал. Конечно, минута 30. Минута 37 всего. Минута 40. 48. Вот так вот, собственно, иностранцам приходится. Это просто акула. Выживать в центре. По-моему, у него все нормально, он не выживает. Да, бомжи. Продаем шорты. Все окей. Нашелся их. Уже 7 часов. Но еще не темно. Сейчас. Да, нужно же оценить, сейчас. Конечно же. Оцениваем новые джинсы. Итак, ну, велики. Конечно, нет? Это ж loose fit. Да? Охуенно, мне очень нравится. Ну и под другие кроссовки, наверное. Ну да, но они просто нужны более под плоские кроссовки. Да, да. Ну, форма нормальная. Оценим новые джинсы. Вот это движение. Это ж loose fit. Так, теперь ты будешь носить не джинсы в руках, а шорты. Можно кому-то их положить? Ко мне в сумку не влезет. Ты думаешь? Ты пакет сюда с собой, нет? Да. В принципе, влезут. Пакет есть. Дать пакет? Ну, конечно. Не влезет, сразу не влезет. Нам тебе пакет лучше. Забайтил на мобилу. Блять, кому? В центре Праги. В центре Праги. В центре Праги забайтили на мобилу. Украли телефон, сразу же нашли. И сразу же нашли. Пошлите, я уже скоро домой.